16 мая 2016 года, то есть нынешнего года, на канале «Культура» была показана передача «Наблюдатель». Ее вел Андрей Максимов. Передача была посвящена столетию теории относительности, общей теории относительности. Хотя тема, которая затрагивалась в этой передаче, и особенно вот в нынешней, сегодняшней передаче, будет намного шире. Я вот даже хотел бы начать не с того, чтобы повторить какие-то элементы передачи, какие-то сделать пояснения. Вот. А я сейчас хочу чуть-чуть больше сказать о себе немного и почему я вот такой упрямый в отношении теории относительности. Первое. Начну вот с чего. Где-то в 8-9 классе я участвовал в математической олимпиаде. И там была такая задача. Значит, в корзинку бросались шары разноцветные. Красные, синие, зеленые. И задача формулировалась примерно так. В корзину было брошено 5 шаров красного цвета. Шаров там зеленого цвета на 3 больше. Шаров там, зеленого цвета в 2 раза больше, чем шаров предыдущих цветов. Ну и вот так запутывалась, давалась какая-то абсолютная цифра, а потом давались шары относительно этой и суммы, и надо было решать, возможно, эту задачу следующим образом. Надо было составлять уравнение, брать что-то за x, потом там y, возможно, и потом решать уравнение и получать сумму, сколько, вопрос там стоял, сколько шаров в корзинке оказалось в итоге. Я, читая задачу, сразу были у меня цветные карандаши или фломастеры, что-то такое, я начал рисовать сразу. И в конце рисунка сразу написал ответ. Просто рисовал, цифры были небольшие. Написал, как сейчас помню, 37 шаров в корзинке. Мне эту задачу не засчитали. Я говорил, я ее решил. И да, я вот таким образом наглядно показал эти шары. Аргумент был такой, а если было бы не 5, 6, 10, 37 шаров, а там 15 тысяч, это и что бы ты рисовал? Я говорю, я бы придумал, я бы блочно нарисовал, наверное. Я так думаю. Ну, задача-то решена в итоге. Мне ее не засчитали, и я вот тогда еще в 8-9, не помню, классе, понял, что люди вообще мыслят по-разному. Вот один апеллирует к таким уравнениям, сильной, символьной форме, и решает вот так, как-то, ну, понятно, как. А я первый раз задачу решал, не знал, и решил вот сразу так. Вот. Ее не засчитали, я считал несправедливым, пытался кому-то доказать, мне сказали, да нет, учитель прав, ты не решил ее, собственно, как полагается. И вот с тех пор я много раз убеждался, что есть задачи, которые решаются наглядным образом, а есть задачи, которые ненаглядным, ну, уравнения, символьные, что-то придумывается и решается через математику другого типа.
И вот уже будучи взрослым человеком, буквально был преподавателем, написал книгу. Вот я ее сейчас показываю. Книга вот она. «Конструктивная математика». Я здесь показываю такой конструктивный подход. Он во многих случаях оказывается более эффективным, коротким с точки зрения, ну, решения, что ли, и правильным. Когда составляется уравнение символьное, ну, используется логика, там легко допускаются ошибки. И вот в этой книге я приводил примеры этих ошибок. И потом у меня есть книга другого типа, это учебник. Вот я его показываю вам. «Дискретная математика, логика, группы, графы». О, тут старый учебник, «Фракталы», добавляется четвертая глава. Здесь, значит, все вот эти приемы, ну, собственно, материал обозначен, но решается конструктивным способом. Я называю так это, конструктивный подход. Конструктивный подход – это подход, использующий образы, представления, модели, такие, ну, может быть, некоторым образом своеобразные. Кто-то их не принимает, берет, составляет уравнение, рассуждает и так далее. Это обычно приемы, которые, ну, школьные, если так вот отрицательные давать, схоластические, они иногда выглядят солидно, но на самом деле они нисколечко не лучше конструктивного. Но вот когда мы переходим совершенно, это математика, но когда мы переходим черту и переходим в область физики, вот здесь очень часто схоластика, формальные приемы дают осечку, очень серьезную осечку. Более того, вот эта форма формально-феноменологическая, перед-конструктивно-рациональной, я ее называю, она здорово проигрывает, формально перед-конструктивной, проигрывает. Большинство людей, значит, ведутся на вот такую форму логическую, уравнение, что-то такое путанное, тяжелое для восприятия, а им кажется, что здесь настоящая наука. Нет там никакой науки. И вот как раз теория относительности – пример такой науки. Пример. Не обязательно, конечно, бывает, значит, вот касается физики. Я написал еще две книжки. Вот я их показываю. Это книга о Фрейде, «Правда о Фрейде и психоанализе». Это тоже формалист, феноменалист, а вообще, ну, каббалист. Он мистику привлекал, он где-то выходил за пределы науки сильно. И он сделал не только вот такие ошибки, которые касались психологии, а в жизни он был, ну, прямо скажем, человеком нехорошим, так остановимся. Вот здесь шире, вот «Психология познания», УДОТ. Тоже на примере психоанализа, но берется шире здесь. Вот курс естествознания, который тоже мною читался, когда я был на Дальнем Востоке, читал вот этот курс, потом его написал, издал книжку, это 2001 год, ну, в 90-х годах читалось.
Значит, вот он тоже написан целиком и полностью с конструктивных позиций. С конструктивных позиций. И вот этот прием, методика, подход ко всем наукам, психология, это очень далеко, значит, берем вот математику здесь ближе, и она показывает так более ярко, более полно, я считаю. На ней можно показать. Потом история, конечно, науки. История науки математической, физической, в целом цивилизации даже берем шире. Она показывает, что были такие колебания от, значит, конструктивного подхода, конструктивной науки. Она сразу как-то давала хорошие результаты, а потом погружалась культура, наука, целые такие институты погружались во мрак формализма. И вот схоластика после Греции, Древней Греции, где астрономия, математика, геометрия, они были конструктивного плана. А потом уже вот после Птоломея и позже, Птоломея это 3-4 век, наша эра, а после уже началось Средневековье, Аристотель полностью занял, и пока вот в новое время мы не пришли, это, конечно, Коперник и Декарт, Галилей. Галилей был не очень, надо сказать, конструктивно мыслил, но все же у него были эксперименты, у него была труба, он наблюдал. Вот. А вот, скажем, Ньютон, все, конец. Он алхимик, он искал такого религиозного характера у него уже. И вот его начало, они так их превозносят. На самом деле, почитайте, вот у меня есть и ролик, можно посмотреть. Разница между Ньютоном и Декартом – это разница между небом и землей. Огромная. Ньютон не был таким уж ученым конструктивным. И не дал, значит, вот, собственно, физики, ну, там, математики, что-то такое выдающееся. Есть миф о нем большой, и он сохраняется. А в наше время это вот релятивизм. Он погрузился, и огромная масса людей вот занимается этим. Занимается формализмом, науки нет. Я пытаюсь там что-то сам науку делать, но в основном занимаюсь преподаванием, и сейчас, будучи уже на пенсии давным-давно, преподаю, по сути дела, историю науки и говорю, какой огромный вред приносит теория относительности. Ну вот такая преамбула у меня. А сейчас я показываю то, что я приносил на передачу, вот, передал там участникам, оппоненту своему, значит, спорили школьнику там и Максиму. Я передал вот это, но сказать не смог. Передачу, план был другой, такой живой, Максимов построил иначе. Он стал задавать сразу вопросы, и я, собственно, ничего толком объяснить не смог. Вот сейчас я постараюсь это сделать, объяснить. Вот я принес 4 пачечки и говорил, что это за пачечки. Пачки, файлы, вот в таких пленках, страницы. Я думал, дадут мне, если возможность будет такая, покажу. Значит, показываю 4, да, надо сказать кратко, о чем они. Вот первая
пачка эта касается, собственно говоря, фундаментальной вещи, солнечные затмения, где не 100 лет прошло, а год, всего год после того знаменитого эксперимента Артура Эддингтона, связанного с солнечным затмением 1919 года, когда теорию относительности Эйнштейна, ну, общую теорию, ну, в целом, теорию относительности подняли до небес, гениально и так далее. Она продержалась всего год. В 20-м году, 1920-м, в августе-сентябре с ней было покончено. Почему уличили Эйнштейна? Первое — в плагиате, ну, в воровстве, в обмане. И второе, значит, в общем, отсутствие теории. Вот, значит, Максимов мне говорил: скажи главное противоречие теории относительности, общее. Да там ее нету, ее нет. Есть порох каких-то формул. Нагорожено, ну, с вагоны маленькой тележки формул, разговоров и так далее. И какие-то образы витают, и мифы витают в обществе. Показано, что Эйнштейн – это гений. Это вот по первому пакету. Второй пакет. Я пытаюсь, это касается в основном эксперимента Майкельсона-Морли. Я о нем буду говорить. Почему? Потому что он лежит в основе. Вот одно дело там, значит, вот солнечные затмения, эксперимент Эддингтона 19-го года, фальшивка в 22-м году. Уже было все иначе, уже было ясно, что никакой теории нет, никакого гравитационного поля, влияющего на лучи, на смещение лучей от звезд идущих. Нет и быть не может. Там другое. Там рефракция была, ну, а позже. А вот это эксперимент Майкельсона-Морли. Интерферометр. Почему я его взял? А потому что гравитационные волны, датчики, так называемые, или детекторы их называют, там, собственно, интерферометры используются. Две взаимно перпендикулярных линейки там используются, зеркала, я немного коснусь этого. Здесь Майкельсон из-за, вот я говорил, неконструктивного подхода, он был прекрасный, значит, у него золотые руки, он изготовил интерферометр. Но он ошибся в способе определения эфирного ветра. Его нельзя было его замерить. Принципиально нельзя. Вот, а значит, тут сразу скажу, вот это два здесь эксперимента в основном затрагивается. Огибание луча и, значит, формула Гербера, полученная в 1898 году, связанная с поворотом перигелия Меркурия. Вот я тут это скажу об этом. Здесь Майкельсон, вот. А здесь вообще, вот это четвертый пакет, сразу я показываю, Давид Гильберт, он составил уравнение, которое составил и Эйнштейн. Вот этот человек, он доказывает, что Эйнштейн тоже позаимствовал, плагиат. И я вот тут спорил по этому с Максимом, тоже говорил, он говорит: в чем дело? Какие противоречия? Да противоречия нет. Просто есть вот эти уравнения, есть целое там, я не знаю, ворох формул, огромная теория, но искривления нет, вон по первой пачке рисунков, нет искривления, нет линзы вокруг Солнца, которая искривляет лучи,
нет черных дыр, значит, не искривляется пространство. И нет гравитационных волн, потому что гравитационные волны – это волны, значит, вот изменяющие пространственное временное пространство, которое якобы вот происходит при слиянии двух черных дыр в одну дыру, схлопывание. Там очень много смешного, просто вот специалист, он просто посмеется, и я попытаюсь обратить на это внимание. Физика не обязательно реализует все правильные, даже правильные, математические какие-то модели, математические формулы, уравнения реализует вот, в действительном нашем реальном мире. Многомерных миров нет, вот четырехмерного пространства Минковского уже нет, тем более сейчас выдумывает 10, 11, теория струн это об этом говорит, это все чепуха, там нет никаких доказательств, это все фантазия. А вот этот третий пакет, он у меня третий по счету, но можно его и первым принимать. Здесь, этот сейчас очки одену, прочитаю. Значит, здесь что у нас? Введение в конструктивную физику. Здесь 10, 11, 12 вот, страничек, и я на них сжато рассказал о, в основном, здесь специальной теории. И вот Максимов говорил, дай мне главный парадокс. Во-первых, главных нет, вот что-то одно, если идет неправильно, все будет, все катится под горку, ничего не идет. Парадоксов много, вот называют парадокс времени, часов, близнецов и так далее. А вы то же самое, там же симметрия все. Значит, тоже те же самые будут парадоксы на линейке, на пространстве. Дрейф нуля, распиленная линейка и так далее, и так далее, и так далее. Вот тут парадоксы. Парадоксы это значит, хотите так, хотите так. Тут получается и так, вроде логично, последовательно. Вы рассуждаете, но два противоречащих решения. Если в общей теории нет ничего, ничего, то здесь вот парадокс с точки зрения математики, логики, ну и физики, естественно, вы элементарно приходите. Вот я сейчас это сказал. Теперь я сейчас начну рассказывать последовательно, каждый пакет хочу захватить. Так. Первый листочек. Что тут? Вот показываю близко. Вот. Первый верхний рисунок. Это кривые, которые построил Эддингтон по данным солнечного затмения 1919 года. Самая большая ошибка, которая потом повторялась, и она до сих пор существует. Что на самом деле? Есть простая формула для отклонения луча от вблизи Солнца, ну, при затмении, которую вывел Зольднер в 1801 году, в начале 19 века. Эйнштейн ее взял, эту формулу, и, значит, сказал, вот, ребята, у меня получилось, но там берется в два раза больше, а на самом деле... Филипп Леннард доказал, что Эйнштейн просто позаимствовал и украл эту формулу. Потом была сделана другая вот работа, написана. Значит, это затмение 22-го года. Здесь, вот смотрите, гиперболы.
они отвечают, собственно, вот этой простейшей формуле. Их три, эти гиперболы. А вот здесь линия проведена, это среднеквадратичное отклонение. Ну, математики знают. То есть, вот здесь точки, они показывают, насколько сместилась, значит, звезда, видимое ее положение, видимое. И, значит, вот эта прямая, она соответствует 1,75, ну, не показано там выше. Значит, этот эксперимент, его возглавлял и проводил Кэмпбелл, он сразу понял, что нет никакой. Значит, он и раньше не верил в теорию относительности Эйнштейна, не доверял Эддингтону с этим экспериментом, а здесь просто отстранился, ушел от, значит, расчетов, поручил другому своему коллеге Трамплеру, который был просто, значит, вот вдохновлен, считал очень правильным теорию относительности и стал рассчитывать и так далее, и так далее. Короче, вот на этом строилась фальсификация. Хотя, я повторюсь, здесь нет никакой, тут статистических много подгонок и доверия никакого. Астрономы, вот если они рационально, конструктивно мыслят, они никогда не скажут. Все опирается на вот этот 22-го года эксперимента. Чего сегодня? Почему бы не снять и точно замерить? Да невозможно, потому что это происходит от рефракции, то есть плотности облаков атмосферы Солнца. Ну, протуберанцы, солнечный ветер, есть какая-то среда, в основном протоны. На них плотность этих протонов такова, что рядом, ну вот вы смотрите, значит, солнечная корона, она неравномерна. Почему? Она вот, и каждый раз, конечно, меняется, меняется картина, меняться будут цифры и так далее. Один раз подогнали, вот, начали 10 раз, 100 раз. Тысячи раз говорить на этот эксперимент. Но он чисто фальсификация, не годится. Ну вот я коротко скажу. Второй, это, собственно говоря, я показывал как раз здесь вот это случайное отклонение лучей, положение звезд на небосводе, вот Солнце. Зона, где тут, собственно, основные отклонения считались 2,5 градуса угловых. Вот. Здесь я показываю, что, вот смотрите, близко звезда А, она имеет вот такое отклонение. Б имеет небольшое отклонение. А С опять большое, как А. С чего это? Если у вас было бы просто, ну, гравитация действовала, тяготение везде одинаковое, и гравитация, она бы заставила ближайшие звезды отклониться симметрично центру, значит, вот так веером бы разошлось лучами, большие, чем дальше, тем меньше, меньше, меньше. Вот этого нет. Здесь разные, в разные, вот такие сюда с центром никак не связаны. Это случайные, собственно говоря, облака. Они тут у меня есть. Сейчас я покажу. Вот этот. Так, где у меня? Вот. Вот тут я нарисовал. Не я, это я тут взял. Тут полно людей, которые пытались объяснить, что происходит вокруг Солнца. Облака, они, на них происходит искривление, вот показано на Земля. Земля. Земля, она тоже смещает звезды. Вот некоторые звезды уходят, она уже за горизонтом, ну, расчеты математические.
А на самом деле S1, вот здесь она реальная, а она ее видит здесь. Вот ближе к зениту, значит, у вас смещение получается меньше. Вот S2, она вот реальная вот здесь, а мы ее видим здесь. В зените почти нет отклонения. Тут, а ближе к, значит, горизонту, здесь происходят вот такие смещения. Здесь то же самое все. Вот это 22-го года, вот это показано смещение звезд 29-го года, это его вот реально, тут как должно быть, а вот разбросаны точечки, они говорят, что никакого подтверждения отклонения лучей из-за гравитационного поля нет. Это случайное отклонение, вызванное рефракцией. То есть отклонение за счет прохождения луча света через плотные слои атмосферы Солнца в данном случае, а вообще это вода, может быть, воздух и любое другое прозрачное стекло и так далее. Вот на этом рисунке, это шестой у меня слайд. Значит, здесь вот я показал, что это уже нарисовал я. Вот предполагается, вокруг Солнца есть гравитационная вот такая яма. То есть у вас здесь искажается пространство времени, ну, по теории, по общей теории относительности. Тогда у вас должны быть вот как дальше стрелки, когда у вас дальше, вот мы смотрим это отклонение, стрелки короткие, звезды отклоняются на меньшее расстояние. Ближе к Солнцу у вас будет это. Это вот эту чашку воспроизводит, вот такое бы смещение воспроизводило в идеальном случае. Но этого нет. Нет, мы видим вот что. Мы видим вот эту картинку. Я ее еще раз показываю. Вот это, она реальная, она приводится. Ну, ее не любят релятивисты рисовать, не рисуют. Но противники релятивистов, ее можно встретить в старых работах. Ну, например, Тимирязева. Тимирязев биолог, если его сын Аркадий, он физик был. Причем противник релятивизма. А вот восьмой, это вот наш Иоганн Георг фон Зольднер. Вот его портрет, его показывал Максимов. Вот он нарисовал, здесь рисунок оформлен в 1804 году. Вот так бы шел, а он загибается. Почему? Потому что вот Зольднер, он еще основывался на физике Ньютона, который считал, что свет представляет собой маленькие частицы весомой материи. И когда, неважно, сколько она весит, потому что там она сокращается, там пренебрегает, там может быть и маленькая планета. Если у вас вокруг Солнца какая-то масса идет, вот, вы получаете это отклонение 0,87-84, он посчитал по своим параметрам, доля секунды. Отклонение идет, если материальное. Вот это вот отклонение материальное классической физики, Ньютон взял и как бы присоединил эту величину к вот этому. Почему он это сделал? Ну вот я в другом месте объясняю. В комментарии КП-33, конструктивное познание, 33-я часть. Я говорю, что человек формально мыслящий, он склонен к обману, склонен, к сожалению. И люди, вот типичный, значит, обманщик получается Эйнштейн. Вот об этом я рассказывал. Ну что здесь? Еще у меня тут пятый листок. Это новое наблюдение отклонения световых лучей
в поле тяготения Солнца, 32-й год, 1900. Это «Успехи наук», статья Кушнира Фурсова «Успехи физических наук». Он здесь, вот эта статья, тут ее первая страница, он доказывает, что как раз ничего не подтвердилось. И потом все шло и шло. А уже после войны, когда подняли, там просто никто не вникал вот в эти среднеквадратичные, стали считать, да-да, лучи отклоняются один к тону, ура-ура, это он, вот подтвердил теорию Эйнштейна. Ничего этого нет. Так, все, это по первому пакету, который я вот опять-таки задержался, рассказал вторично, чтобы, вот я не знаю, сколько у меня лекция займет, будет, наверное, длинно. Я собираюсь, ну, что-то вот так, все, что я не сказал, проговорить как-то. Так, второй беру пакет в руки. Вот он, я его там мельком показал. Он пролистал, тоже расскажу. Значит, в основном здесь идет Майкельсон-Морли эксперимент. Так, беру воду. Так, значит, первая страница, что на ней? На ней три портрета. Георг Квинки, Филипп Леннард и Альберт Майкельсон. Вот эти двое стажировались у этого Георга Квинки. Георг Квинки в 1866 году сконструировал звуковой интерферометр. Звуковой. Он мог точно по вот интерферометр, там интерферационная картина возникает. Значит, по вот тут нарисован осциллограф, можно по осциллографу можно настроить динамику по звуку определить, когда у меня резонанс, и определить вот расстояние между волнами, максимумами, стоячая волна здесь возникает. Вот. Я рассказываю принцип действия, вот источник звука, вот идут волны, а здесь два, вот звукопровод, тут L1, звукопровод L2, длиннее, значит, путь разница, возникает разница, значит, у вас сигналы звуковые, интерферируют, это приемник звука. В качестве, вот здесь схема такая, тут трубопровод, вот он тут показан, вот динамик, вот микрофон, короче, микрофон, значит, улавливает звук, ну, генератор какой-то есть. Вот можете сделать на платформе, ее тут то же самое, заставить ее двигать, есть в истории такой эксперимент, когда музыканты, значит, сидели на платформе, ее везли с определенной скоростью и определяли. Правда, они только по горизонтали, поперечный эффект они не измерили. А он вот здесь, он есть, его можно было бы измерить. Вот так, значит, Леннард и Майкельсон учились у него и взяли эту идею отсюда. Конечно, взяли. Ну, нигде не пишет, но это естественно. Взял вот этот товарищ Майкельсон. Он решил, что, ага, так, я сейчас сделаю с помощью света, электромагнитной волны, интерферометр, и определю скорость электромагнитных волн. Вот он. Вот здесь... Вот здесь, значит, вторая у меня
световой интерферометр Майкельсона. Вот так он выглядит реально, ну, схематично. Здесь показано, что здесь показано? Ну, показан источник света. Здесь вот зеркала, ну, тут можно смотреть, тут можно, тут смотреть. Значит, ну, вот тут я показываю. Вот фонарь. Там используется, не буду вдаваться в детали. Вот пластина диагональная, вот так она расположена под углом 45 градусов. Часть, она полупрозрачная, часть идет на это зеркало, часть идет сюда, проходит. И у вас происходит сложение колебаний. И у вас интерферационная картина, она у меня там есть. Значит, вот он создал. Интерферационная картина, он допустил много ошибок при расчете, при изложении и так далее. Вот, например, ошибка отклонения луча АБ. Луч АБ, вот А. Здесь, это если у вас покоится, а вот поехал. Прибор в движении. Источник света. Источник света, вот S. На этот самый, такое полупрозрачное отражение. Идет правильно сюда, но он нарисовал вот сюда. Ошибка. Почему? Потому что если у вас звезда светит, вы телескоп поворачиваете по ходу движения Земли. Вот Земля сюда движется, значит, вы телескоп разворачивается по ходу движения. А если у вас источник находится здесь, на платформе, сам движется источник, у вас будет отклоняться в другую сторону. Вот я нарисовал здесь это... Прибор движется, направление перемещения прибора, значит, сделал Майкельсон. Вот это везде, во всех учебниках, школьных, нешкольных, вузовских. А вот на самом деле луч отклонится в другую сторону, вот это. Это ошибка сразу, которая бросается. Я ее показываю, и здесь это очень все просто можно смоделировать. Вот паровоз, дым сюда, назад, вот пароход, дым сюда. Вот на этом показано, во-первых, поперечный эффект есть, существует, неправильно рисует эту диаграмму. Вот распространение волн движущимся интерферометры. Ну вот волны такие большие, можете там одну тысячную отмечать. Или, то есть широко у меня, но понятно, длина волны вот здесь она. Больше, вот здесь она меньше. Ну, вот так она выглядит. В общем, тут надо смотреть, либо у меня там тексты есть. Ну, вот здесь я еще. Он, источник ошибок, речка. Он почему рисовал, где она? Почему отклонение сюда пошло у него? Вот. Сюда, потому что у него речка отклонилась, вот пароходик, вот тут лодка, пароходик, лодка. Лодка, она по течению, ее, значит, сносит течением. Вот так и он рассуждал прямолинейно. А там иная картина, там волны, а волны будут примерно вот так действовать. То есть отклонение будет в другую сторону. Ну, тут не математика, я обращаю внимание, смотрите, Майкельсон, еще не было теории относительности, он отнимает и складывает, вот обычные скорости, а получается релятивистская формула, как так, классическими формулами пользуются, а, значит, получает релятивистский, и это сплошь и рядом, вот эти релятивисты, они так неаккуратно, все делают, математика такая грубая, там ошибок, вот и маленькая тележка, очень много ошибок.
просто, а самое главное, это вот они то рассуждают, как классика, вот прибавляют, скорость света и скорость Земли складывают, то начинают вот говорить, формула релятивистского сложения, она правильна, а это уже неправильно. Начали вот так с классики, закончили релятивизм. Где так поступает? Конечно, работает только классика. Рёмер в 1676 году, что ли, определил скорость света с помощью спутника Юпитера Ио. Как он сделал? Да просто складывал, вычитал, там получилась легенькая формула, простенькая. И можно рассчитать скорость света, зная вот период обращения Ио вокруг Юпитера, зная, значит, период обращения, зная, что там еще, скорость на орбите Земля, как вращается, вы наблюдаете Земли, и вот там С и В, там складывается, вычитается периоды, и он рассчитал. И в навигации везде, везде, везде классика нет. Просто нет. Этого никто не, как вам сказать, не афиширует. Почему? Потому что с релятивистами бесполезно. Бесполезно спорить или что-то. Вот есть, что есть вот релятивистские, вот такие люди, которые думают вот так, с ними не общаются. Вот те, кто навигация, GPS, вот этот самый прибор, который позволяет определять, там только классика, и все, не может там работать никакие релятивистские формулы сложения скоростей, а тем более сокращение длины, замедление времени, гравитационные формы, ничего не используется это. Ну вот так, это второй пакет у меня. Так, что еще? Значит, здесь, ну давайте, четвертый распакую. Ну тут, собственно, очень мелким шрифтом рассказываю. Критика теории относительности. Пункт четвертый. Как создавалась общая теория относительности? Есть такой раздел вот на моем сайте «Скептик Раца». Зайдите, посмотрите. Вот. Здесь портретики, пояснения. Ну, пожалуйста, смотрите. Я сейчас, наверное, не буду все это рассказывать. Просто идея такая. Эйнштейн взял уравнение гравитации, там куча, взял у Гильберта, Давида Гильберта. Вот он, здесь он показан, где он у нас. Вот Гильберт, вот он старенький, молодой еще, здесь в шляпник старенький, вот Эйнштейн. Эйнштейн, в общем, конечно, нехороший человек, как ученый, он поступал очень нехорошо. Это вот общая теория, а вот здесь у меня специальное введение в конструктивную физику. Вот здесь я говорю в предисловии о том, что как правильно, лучше, намного лучше пользоваться представлениями, моделями, значит, вот и так далее, моделями, представления, образами. Вот я показываю классический эффект Доплера, вот картинка, говорю, как
получить тут формулу и для в целом общую формулу, и формулу для поперечного эффекта. Вот если так вертикаль, здесь получается укороченная длина волны. Вот здесь формула Маха, она висит в воздухе. Вот это традиционная формула эффект Доплера, не знаю, видно ли. Вот здесь, когда у вас скорость источника звука больше скорость света показана, диаграмма ее рисовал Мах, это конус ударной волны, рассуждает здесь. Но тоже показывать я, наверное, тут все не буду. Вот классическая формула, что дает здесь кардиоида у вас, получается. Формула неправильная, классическая формула неправильная. Она сразу была вот неправильна, а потом исправления не были сделаны. А вот правильная формула, вот она так выглядит, вот она круг дает, то есть фронт должен быть окружность. Вот ударная волна, тут на самолете, тут на пуле. Ну, почитайте, это опять-таки, с этим надо знакомиться, физику, с самого начала. Вот черенковый эффект. Черенков. Это еще раз приводится. Вот то, что он получил. Здесь, ну, не знаю, в общем, я... Парадоксы пошли. Тоже не буду. Парадоксы я не буду. Лампочки. Распиленные линейки. Дрейф нуля. Вот. Тут или так можно смотреть. Вот здесь математические ошибки, связанные с преобразованием Лоренца. Это очень простая вещь, на самом деле. Вы можете представлять его через обычную комплексную величину, комплексную плоскость, комплексные величины. Вот четыре формулы прямые, обратные формулы, значит, ортогональный поворот или гиперболический, два вида, в общем, четыре варианта тут логически так рассказывается, разница. Никакое, конечно, вот переход от преобразования Лоренца, якобы мы вот переходим к преобразованием Галилея, здесь у вас поступательное движение, здесь вращательное, не может какими-то небольшими превращениями, не может вращательное движение переходить в поступательное. Ошибка. Я говорю, где ошибка допущена. Спекуляция. Это я тут опять. Теория относительности. Десятый. Вот что у нас? Да, касаюсь вот здесь волновое уравнение. Здесь смешиваются только два параметра. Слушайте, надо вам прочитать. Давайте я на этом закончу. Вот то, что я хотел сказать на лекции. На лекции. Остальное я отправляю нашего зрителя, слушателя, отправляю к своему сайту. Читайте материал, смотрите, детали там есть. Вот. Так, пожалуй, закончу на этом.